Есть? Есть лотерейный билет? 101. Нет. Давайте еще. Лотерейный билет номер 732. Ну что делать-то с блинами, знаете? Ксюш, куда ты поперла? А вот и не угадали. Есть вы их, не будете. А теперь послушайте внимательно условия. Масленичная неделя. Надо накормить. Накормить народ. Сейчас ваша задача. Спускайтесь в толпу. Стоп. По моей команде. Вы еще не дослушали. Самое главное, женщина, слушайте все условия. Вы спускаетесь вниз в толпу, угощаете дам, девушек, женщин и девочек, угощаете блинами, и за каждый блин девушка, женщина и любой человек женского пола должен поцеловать щечку. Сегодня прощенное воскресенье, можно обнимать и целовать кого угодно. Поэтому победителя мы будем определять по количеству поцелуев на щеках. Итак, на старт. Внимание, марш, поехали! Вот интересно, результат. 13 чего, блинов? Поцелуев? Я тебе верю, что ты честно считал, но только мне доказательства нужно. А для этого нужна губная помада. И пока на щеке, на одной. На другой есть! Алина, посильнее смотрите! Следа от губной помады я здесь вижу, поэтому не 13. Поэтому нужно было ярче красить губы. А где же наш второй молодой человек? А вот все на целу. Нет, я поцелую 25 раз. Неправильный конкурс. Давай, ребятам одинаково. Ну, к концу дня, да, такого праздничного осталось, видимо, мало помады уже у женщин. Но все-таки здесь 4. Поэтому победитель у нас как зовут? Иван, давайте поаплодируем! Яркий солнечный луч заиграл серебро. На рассвете день художник все раскрасил кругом. Полетел по планете я попрошу. Долго гели мы блины, а теперь мы видим сны. Блины, блины.
Ой, гармошка никак не доиграет, а девчонка никак не поет. Ой, гармошка никак не доиграет, а девчонка никак не поет. Играй, гармонь, сюда пришел поздравить с праздником вас всех. Еще играй, играй, гармонь, здоровья, счастья вам здесь всем. Еще играй, играй, гармонь, здоровья, счастья вам здесь всем. Висят сережки над дорожкой, потрогай только, не сорви. Поет девчонка под гармошку, поет девчонка о любви. Поет девчонка под гармошку, поет девчонка о любви. А вы... Сейчас, ну, со сцены как-то. Как вставала я ранюшенька, умывалась я быстрёшенька, пришла на масленица, принесла блины и маслицы. Как стояла я у жаркой печи, выпекала крендельки и калачи, пришла на масленица, принесла блины и маслицы. Будем вместе хороводы водить, надо нам еще и зиму проводить. Пришла к нам масленица, принесла блины и маслицы. Аплодируем! Привет, мои милые! Соскучилась очень-очень-очень сильно за вами. И вот, наконец-таки, записываю видео. Вот. Поздравляю всех с масленицей. Вот, очень хорошо отдохнули. Даже чучело не сожгли. Мальчик, девочка. Чего-то смеется. Вот, чучелу не зажгли, потому что ужасный снег. Вот сейчас прекратился, наконец-таки. Себя не засняла в момент концерта, потому что реально очень-очень снег мел. И вот сейчас прошел и снимаю видео. Сейчас иду к подружке, наконец-таки. Встретились, работает постоянно, занято, на меня времени нету. Вот. Я тоже там занята постоянно, и вот нашла для вас время, потому что как же я могла без вас забыть за вас. Вот, кстати, забыла, что масленица, на самом деле, последний день только вспомнила, что масленица, и то мне подсказали. Вот, а оказывается, она идет целую неделю, ну точнее, я это знала, но я не помнила, что масленица. И еще в интернете смотрела традиции масленицы, очень мне понравились. Вот первая традиция масленицы, я даже себе на листочке записала. Первая традиция масленицы – это встречи. Нужно ходить к друзьям, печь блины, всех угощать и всякое. Я, кстати, блины научилась печь с изюмом. Прикольно. Заворачивала туда изюм и сметану макаешь. Но я сметану не люблю, а родителям нравится. Вот. А блины я так хорошо научилась печь. Я помню, раньше, в лет 14, у меня вообще все комом не первые, а все просто получались. А сейчас с первого раза, спустя столько лет, уп-оп-оп, и все прикольно. Мне понравилось. Даже понравилось даже печь блины. Наконец-то. Второй день – это заигрыш. Молодые люди ищут себе невест, чтобы после Пасхи с ними обручиться, выйти замуж и все такое. Вот. Когда ж меня уже найдут, чтобы после Пасхи забрать под крылышко? Ну, ладно, еще рано. Следующее – это лакомка. Ну, наверное, все угощают друг друга блинами. Четвертый – это разгул. Вот. А пятый день – это тёщины вечерки называется. Зяти приглашают всех тёщ к себе на блины. Естественно, те, которые их жены сделали, наверное. По-любому. Вот. А шестой день – это... Так. А шестой день – это заловкины вечерки. Это невестки приглашают свекрови, кто дружит. Вот, кстати, не понимаю, почему свекрови не дружат с своими невестками. Естественно, люди разные, у некоторых, может быть, и так и должно быть. Но так уже как-то вошло, как бы у всех мнение сразу, что свекрови не дружат с невестками. Я вот точно со своей буду дружить. Не знаю, как мои
будут дружить с моим зятем. Ой, точнее, ихним зятем. Не знаю, в общем, об этом еще рано говорить. И последний день, 7-й, это прощальное воскресенье. Так сказать, целовальник. Вот, не знаю почему, но обычно вот в этот день все у друг друга просят прощения. Как родители мне сказали, прости нас, пожалуйста, за все хорошее. Простите меня, пожалуйста, ребят, что так долго. Ну, а сейчас я со всеми прощаюсь, иду уже. Холодно очень, руки вон красные, отмерзли все. Так что я с вами тоже прощаюсь. До скорых встреч. Обещаю, что видео буду еще больше записывать. Я, конечно, часто это обещаю, но просто реально времени вот этот месяц очень мало было. Поэтому всем всего хорошего. Я вас очень-очень-очень сильно люблю. Целую. Всем пока.